Здравствуйте! Сегодня жизнь поставила передо мной неожиданную задачку. На улице зима, мороз, холодно, ночью похолодало до минус 25, и в результате в мастерской у меня стало достаточно прохладно. Вот градусник показывает плюс 10. И это я грел помещение с утра, сейчас уже 7 часов вечера, и температура особо не поднялась. А у меня стоит задача, мне нужно покрасить разные железячки. Такие железячки, вот такие железячки, ну еще много разных. Акриловой краской. Для того, чтобы нормально красить акрилом, нужно, чтобы в помещении было хотя бы плюс 20 градусов. А до 20 градусов прогреть никак не удается. Я уже задумался, что делать, там бежать, искать какую-то камеру покрасочную в прокат или еще что-то, но тут меня посетила неожиданная мысль создать вот в этой части моей мастерской камеру, в которой будет тепло и в которой я спокойно смогу красить. И основной материал для изготовления моей камеры покрасочной — это вот два рулона укрывочной пленки и один рулон скотча. Из этого сейчас буду делать камеру, температура в которой должна быть очень и очень приятная. Да, чуть не забыл, обогреватель у меня вот такой вот есть электрический. Он достаточно мощный, но тем не менее все равно помещение не прогревается. Вот такая беда. Ну что же, товарищи, вот такенный получился пузырь до самого потолка. Идем внутрь. Сейчас шумит вентилятор. Заходим, вот так вот отгибаем. Опа! И вот мы в пузыре. Ставим градусник. Честно говоря, я уже подразделся. Вот кофта. Вот. Еще одна кофта. Пока я тут даже заканчивал все это, уже потеплело. Вот. Может быть, это не очень красиво. Это все малярный скотч. Малярный скотч. Вот здесь к трубам тоже малярным скотчем. Вот здесь вот. Вот так. Вот так, вот так, вот так. И вот он, вентилятор. Так, сейчас он даже стоит уже у меня на половине мощности. Давайте поставим на полную мощность и посмотрим, что получится. В результате, вот уже прошло всего лишь 20 минут, как я все это соорудил. Сооружал я это тоже минут 20-25. Потратилось в результате всего одна пленка, то есть можно сказать, что даже я не 1000 рублей на все это потратил, а меньше 700, то есть одна пленка и немножко малярного скотча.
скотч тоже потратился далеко не весь, его еще осталось полно. И здесь уже жара, градусник показывает уже почти 25 градусов. В кофте здесь находиться уже невозможно, наверное, даже придется сбавлять температуру. А главное, что в процессе покраски вся пыль от краски не будет разлетаться по мастерской. Раньше, когда я красил здесь, потом у меня хот-род мой, там станок, инструменты, запчасти, все было в пыли от краски. Достаточно неприятно потом все это убирать, куча пыли. Сейчас все это будет оставаться в куполе и должно быть намного приятнее. Ну и можно заметить, что здесь светло. Эта пленка пропускает практически весь свет. Красить оно не помешает, все будет отлично видно. Так что конструкция удалась, я очень доволен. Вон уже градусник показывает 26 градусов. Замечательно. На этом пока все. Пока-пока. Завтра буду красить. Посмотрим, что из этого всего получится.